Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас всех приветствую на семейных посиделках. Оля Зайцева, добрый вечер. Я тоже закрывала лечо. Валентина, добрый вечер всем. Дмитрий, добрый вечер. Я завтра буду сладкий помидор крутить. Капусту сделала сегодня, завтра лопать буду. Слушайте, девочки, макаронная заправка. Я ее раньше делала давно. Это действительно очень здорово. Делать надо в небольшие такие маленькие баночки, но ее можно потом и на хлеб мазать. 3 килограмма помидор. Помидоры именно резать мелко. Не надо ничего блендерить. Килограмм лука плюс 1 стакан масла. Лук слегка пассируем. Потом режем туда помидоры, вот эти 3 килограмма, полстакана песок, 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки уксус 9%. Получается 6 банок по пол-литра. Девочки, сделайте очень вкусно. Вот я вам серьезно говорю. Не успел записать. Вот. Дорогие друзья, сейчас расскажу вам, как подписаться на трансляции «Семейные посиделки» в 2023 году. Инструкция пошаговая, понятная. Первое. Мы заходим в бот. Ссылка, вы уже ее нашли, она была в описании. Заходим в бот и отправляем слово «черточка» на английском «старт». Отправили. У нас появляется меню с вариантами. Мы выбираем продукт, нажимаем «Выбрать продукт». Появляется подписка на семейные посиделки. Мы нажимаем «Подписка на семейные посиделки». Следующий шаг. Нас спрашивают, хотите ли вы подписаться. Нажимаем «Оплатить». Потом мы указываем почту. Если вы продлеваете подписку, то у вас все будет просто автоматически, как в моем случае. Если вы первый раз только подписываетесь, вы вбиваете почту. Нажимаем «Да». Потом мы указываем номер телефона. Нажимаем «Да». Потом у нас спрашивают. Выберите подходящий способ оплаты, так как способа оплаты 3. Нажимаем «Оплатить». Спрашивают, открыть ли меню с вариантами оплаты. Мы говорим «Да». И появляется Kiwi-кошелек. Бот формирует платежку автоматически. И не надо ничего отправлять, никакие чеки. Второй вариант. Яндекс-кошелек. Бот отправляет платежку автоматически. Третий вариант. Перевод на карту. Если вы решили сделать перевод на карту, нажимаем. И нам высвечивается меню с номером карты. И посмотрите, пожалуйста, пункт «Сообщить об оплате». Не забывайте сделать скрин чека. Потом, когда вы сделали весь перевод, вы сообщаете об оплате. Нажимаем. И потом в боте мы нажимаем на скрепочку. Выбираем нужную нам фотографию. Я выберу фотографию, работающую на огороде. Но помните, должна быть фотография, скрин вашего чека. Прикрепляем как образец, чтобы было понятно. Смотрите. И отправляем. И бот моментально формирует платежку и отправляет ее мне. Я уже смотрю, если здесь есть фото чека и все прошло замечательно, то, следовательно, я ее подтверждаю. Если присылается плюшка, ватрушка и печенюшка, то тогда я ее отклоняю. В этом случае я ее отклоняю. Как вы видите, это сделать все очень просто. Так что желаю всем удачи.